Это стерва Марасса. Если только я добраться до нее, она подавится своей магией. Кто? Марасса. Она называет себя Мари Лаво, жрица Вуду. Ну и что с ней? Она снюхаться с пришлым старым фрицем. Пойти на кладбище кораблей и творить черная магия. Так что, она во всем виновата? Да, она и этот немец. Страшный человек, злой. Она сказать, что пойти туда, чтобы оживить мать преисподней. Должно быть интересная штучка. Тебе стоит перебраться в фамильный склеп Терменов. Это единственное безопасное место в городе. Я так и сделать. Oh.
Не убивайте меня! Отправляйся в мавзолей Фамилы Термейн. Там ты будешь в безопасности. Как скажете. Только не убивайте. Спасибо.
Ты, уродливая тварь! Ох! Полегче с этой штукой. И кого это ты тут назвал уродливой? Пардон, Моа. Я не хотел. Забей. Ступай к семейному склепу Термен, там ты будешь в безопасности. Ну, я так не думаю. Мне типа и здесь неплохо. Ага, пушки под рукой и... И это только вопрос времени, когда твари найдут способ пробраться внутрь. Мне это удалось. Да и патроны у тебя не бесконечные. Ну, может быть, ты и права, но... Забирай свою пушку и ступай. Могильщик уже там. Сейчас это самое безопасное место. Могильщик? Жан жив? Мой Шурин? Ладно, я пошел. Прошу простить меня за грубость. Адью, мадемуазель. Задержитесь, мистер... Помощник шерифа Гором. Мистер Гором, как насчет того, чтобы открыть эту дверь? Ах, oui, bien sûr.
Еще раз тысячи извинений. Вот так. Ну, я пошел. До скорого, моншер.